Добрый вечер. В правительстве у нас только профессионалы экстра-класса. Поэтому они, собственно, так умело руководят страной. Но правительство у нас такое непрофессиональное, что ему пора в отставку. Но оно такое профессиональное, что в отставку еще рано. Они всего лишь год работают, и хотя ошибок уже наворотили довольно много, наказывать никого не надо, пусть они работают, пусть они исправляют. Вся эта эклектика, если вы помните, прозвучала от Путина во время его прямой линии с народом, то есть в прошлый четверг, 25 числа. А за день до этого, в среду, правительство тряхнуло компетенцией и сообщило на всю страну, что поскольку денег у нас все-таки нет, то поэтому дороги придется делать платными. Но частникам, привлечение которых теперь является сверхцелью, сверхзадачей и, по большому счету, основным занятием в дорожной сфере для правительства, вот привлечение этих частников для Медведева теперь номер один, и именно для этих частников невыгодно, если проезд получается дешевым. А по закону грабеж водителей не должен превышать 1,5 рубля за километр. Частникам нужно в два раза больше, но это минимум в два раза больше. А на страже стоит закон. И поэтому правительство приказало Государственной Думе законы срочно поменять. При этом не забывайте, что вообще-то официально считается, что у нас Государственная Дума — это законодательная власть. Законодательная власть у нас стоит над исполнительной властью, поэтому Дума правительству приказывать может, а правительство приказывать Думе не смеет ни в каком случае. Они являются подчиненными. И то, что в этой нелегитимной палате номер 6, состоящей преимущественно из самозванцев, напридумывают, вот именно то и должны в правительстве исполнять. Самозванцы придумывают, соответственно, букву закона, а правительство, как исполнительная власть, бежит и притворяет это в жизнь. А вот здесь произошла такая чисто дезавуирующая вещь, когда правительство открыло карты и невольно показало, что все-таки Дума-то у нас действительно из самозванцев, и никто они. И не правительству исполнять, а наоборот. И именно поэтому правительство в Думу направило не что-нибудь, а распоряжение. Номер 629. Это такая, вообще-то, с юридической точки зрения, супернаглость, когда исполнительный орган отправляет распоряжение законодателю. А тем не менее, у нас это возможно. Посмотрите, это официально опубликовано, в том числе на сайте правительства. И как раз вот суть этого распоряжения в том, что поскольку у нас все забыли, что платная дорога в нашей стране — это грабеж, это средь бела дня, так и есть грабеж, то вот в данном случае, в этом документе обсуждаются просто такие заботливые параметры этого грабежа. Правительство полагает, что, вот это как в анекдоте, мы вас не сильно зарежем. Вот рубль 50 — это справедливо за один километр в нашей стране. В нашей стране рубль 50 проезда по платной автомагистрали — это нормально. А вот если, например, как хотят частники, грабители-частники, 3,60. Ну, тут нужно уже, наверное, что-то такое уточнить и пообсуждать. Но денег-то нет. Сверху дана команда, то есть еще с большего верха, не от законодателя, не от Думы, не подумайте плохо о Думе. Сверху дана команда привлечь частного инвестора. Поэтому получается, что нужно привлечь так, создав подобные условия, чтобы стало выгодно. Рубль 50 невыгодно, 3,60 — это такая заявка. И привлечь, по большому счету, означает сдать нас в аренду частному капиталу. Вот что и было написано в распоряжении правительства, адресованного подчиненной ей Государственной Думе. Подлость ситуации в том, что платные дороги, даже стоимостью 1,5 рубля за километр, строятся исключительно на бюджетные деньги. То есть получается, что это ведь наши с вами деньги. Мы своими налогами наполнили бюджет. Ну, насколько мы его наполнили, это уже не важно. Но бюджет у нас всегда профицитный, и собираемость налогов у нас всегда неплохая, судя по официальной отчетности. И вот мы скинулись всей страной, мы отдали правительству свои деньги, правительство на эти деньги построило нам дороги, и после этого дерет с нас по 1,5 рубля за километр. И оно считает это
абсолютно нормальным на наши деньги, то есть в два конца. Видимо, правительство, ну, в данном случае не имеет никакого отношения, вы напрасно подумали, к оккупационной власти. Наше родное правительство на наши, соответственно, деньги, оно считает необходимым поступать подобным образом. И вот для того, чтобы теперь привлечь частников, которых почему-то необходимо привлекать, непонятно почему, но почему-то вот есть такая задача, необходимо привлекать. Для них должен быть другой тариф, его придется поднимать, и в распоряжении, направленном юридически подчиненном своему начальнику, написано, что стоимость проезда по платным дорогам, построенным с участием инвесторов, будет определяться в индивидуальном порядке. Это означает, что предела не будет. Этот индивидуальный порядок, он не имеет никаких параметров. Вот сколько захотят, столько назначат. Сколько захотят, столько и будут драть. И 3,50, 3,60 в данном случае – это просто такая легкая мечта. То есть даже больше, чем в два раза. Ну, нам так хочется, потому что иначе нам невыгодно. А встречный вопрос. Вот вы, частные инвесторы, вы сколько вкладываете своего, что претендуете на такую бешеную окупаемость, и вам нужно 3,60? У нас на сегодняшний день всего лишь два проекта в стране, реализуемых при помощи частных инвесторов. Всего два кусочка асфальта. Знаете, сколько они вкладывают? Они вкладывают от себя 30%. А 70% — это наши с вами деньги. И за то, что мы 70% своих денег отдали в эти неумелые руки, которые не в состоянии совершенно управлять процессом строительства дорог, мы будем платить на одних участках, которые наши с вами, но за счет правительства построены, по рублю 50, а там, где привлекли инвесторов, мы будем платить как минимум по 3,50. Причем какая потрясающая математика. Под прикрытием государства эти люди вкладывают свои 30%, а в обмен получают 200%. Это потрясающе. Причем они получают на какой срок? На 30 лет. 30 лет. То есть даже не это поколение инвесторов получит какой-то, как они ожидают, дивиденд. Эти 30 лет, они такие очень протяженные во времени. Никто из нас не доживет в здравом уме, особенно из этих инвесторов, до периода окупаемости, когда эти 30 лет закончатся. И никто не сказал, что 30 лет, они финальные. И вот пока правительство заботливо доказывало и приказывало Думе из-за нехватки денег на дороге обеспечить частникам доступ к нашему с вами горлу и кошельку, Путин проболтался на этой самой встрече 25-го, на этой лапше на уши повешенной 25 апреля, что на самом деле денег на дороге у государства так много, что их просто некуда девать и нет никаких сил потратить. Оказывается, к Путину постоянно приходят регионалы, вот эти региональные совладельцы нашей с вами страны, и просят разрешить им переориентировать средства, предусмотренные для дорожного строительства, на другие цели. И Путин говорит даже почему. Аргумент какой приводят эти регионалы? Денег много, у нас нет мощностей, чтобы все их реализовать на дорожное строительство. Представляете? То есть денег невероятно много. А правительство, тем не менее, считает нужным прикрыть лазеечку для... То есть открыть лазеечку для частного капитала. Нужно во что бы то ни стало этих специальных людей подпустить в строительство дорог. И поторопилось наше суперкомпетентное правительство. Надо было страну отдавать на разграбление частникам после прямой линии и тайком этого делать. Потому что вот это готовящееся предательство, каковым, по сути, является повышение тарифа до уровня, определяемого в индивидуальном порядке, его нужно было скрывать. Это же позорище. Когда денег много, а нам говорят, что денег не хватает, и именно поэтому километры должны быть платными. Ведь получается, что регионалы сидят на деньгах. Причем они сидят давно. Когда Путин был еще премьером и занимался внутренней политикой, уже тогда регионалы приходили и обращались к нему с просьбой: дайте нам возможность переориентировать вот эти деньги. Ведь в случае чего, получается, нецелевое использование, можно в тюрьму сесть. Даже в нашей стране, тем не менее, можно сесть в тюрьму за это. Ну, по крайней мере, тебя попугают. То есть эта картина давно у нас происходит. Денег много, а дорог строить никто не собирается. И они все равно будут платными, даже при низком качестве. Еще пару слов на эту же самую тему. Вот правительство поперек батьки побежало, раскрыло карты,
вернее так, оно аккуратно подставило Путина, сообщив, что денег нет, поэтому необходимо привлечение частного капитала. Частному капиталу нужно нас всех с вами сдать в аренду на ближайшие 30 лет. Это позволит окупиться деньгам, вот этим жалким 30%. При том, что у нас ведь до сих пор непонятно, за какие деньги мы строим, сколько у нас стоит 1 километр дороги. Почему в Европе 1 километр дороги обходится, грубо говоря, в миллион, а у нас МКАД построили 100 миллионов за 1 километр. Вот как так получилось? И на это денег не хватает, и поэтому нужны частные инвесторы, при том, что все дороги нашей страны строятся за наш с вами счет, за исключением двух маленьких отрезков, где 30% капитала инвестировано частными лицами. Ну, не обязательно, в том числе юридическими лицами. И вот пока у нас была эта разборка, и правительство пело свою песню, а Путин, дезавуирующий, пел совершенно другую песню, так получилось, что распоряжение правительства Думой было исполнено. И законы все необходимые приняты, и уже случилась эта дифференциация. Деньги наши с вами обернутся взиманием 1,5 рублей за пройденный километр, а деньги наши с вами, но еще и немножечко с добавочкой инвестиций, они будут, соответственно, чуть-чуть больше 3, а скольки? А вот теперь у нас министр транспорта Максим Соколов сообщил, что тариф будет 3 рубля 65 копеек за километр на той трассе Санкт-Петербург-Москва с 15 по 58 километр, который вот сейчас как раз и инвестируется частниками. То есть мы видим сейчас, как закон, видимо, уже исполнен, хотя ни слуху, ни духу по этому поводу нет. То есть в действительности закона-то нет, а распоряжение уже есть. Частникам позволено драть с нас по 3,65 за километр по нашим же с вами дорогам. Причем это не окончательная сумма. Как сказал министр Соколов, эту сумму будут индексировать в зависимости от уровня инфляции. У нас на сегодняшний день официальная инфляция 6%. Хотя Михаил Делягин сообщал, что у нас инфляция 40%. Вот теперь интересно, к какой именно цифре привяжутся, к 6 или к 40? Потому что, ну, согласитесь, есть некоторая разница в индексации от 40% фактических или от 6, написанных на бумаге. И если вы помните, встал один человек и спросил у Путина: Владимир Владимирович, вот мне вас жалко, вы единственный, кто в этой стране в ответе, вы же рассказываете о том, как, а почему-то вот об этом мэры или там эти самые губернаторы, они же не отчитываются. Как же так? И Путин, если вы помните, ничего внятного сказать не мог. Ну, смысл такой был, что нехрен. А на самом деле, да, хорошая идея, конечно, надо об этом подумать. Но спрашивается, народ, он ведь у нас подчиненный. Почему вдруг губернатор, то есть наместник Господа Бога на земле, должен отчитываться перед какими-то там людьми? Эти люди ему кто? Они ему что, работу дали? Они ему зарплату платят? Они никто. И он не будет перед ними отчитываться. И тем более вот сейчас, когда выплывает эта неприглядная правда о том, что, оказывается, губернаторы сидят на деньгах, в том числе дорожных фондов, и не желают строить дороги. Просто это не входит в их интересы. Они не считают нужным строить эти дороги, поэтому они ходят к царю или к наместнику царя с челобитной и говорят: ну, дайте нам право потратить на что-то другое. Там, ну, дворцы, дачи, дома отдыха — это важнее, чем дороги. И им пока не разрешают. Если вдруг данные люди, данные ответственные лица будут перед людьми держать ответ за содеянное, то вот как они смогут ответить на вопрос, почему вы не строите дороги, если у вас много денег? Правда, и могут задать другой вопрос. Если вы в курсе, несколько дней тому назад прошло совещание либерального крыла «Единой России». Ну, звучит несколько эклектично, но оно было, и там подводились экономические итоги деятельности «Единой России» и правительства, и Государственной Думы, то есть всей нашей верхушки. Там прозвучали цифры, что ЖКХ за последние годы выросло у нас на 400%. В стране осталось 1200 работоспособных предприятий, причем в основном оборонного комплекса. Если губернатору какому-нибудь задать вопрос, а что это у тебя, дорогой губернатор, на 400% выросло ЖКХ? Это как? Это как это вообще может быть? И в том числе у этого губернатора или, например, у мэра спросят, а почему ты сидишь на деньгах и не строишь дороги? Ну, вот московский мэр, например, сообщил, что за те 2 года, сколько он руководит этим городом, качество дырок в асфальте улучшилось на 1000%. Молодец.
То есть он смог бы мужественно посмотреть людям в глаза и сказать, за те 2 года, сколько я руковожу этими дырками в асфальте, они улучшились на 1000%. А другим губернаторам даже этого не получится сказать. Поэтому, естественно, отвечать на вопросы приходится только одному, который знает правильные ответы. Остальные правильных ответов не знают. Тем более, что все-таки, повторюсь, они не должны отчитываться перед теми, кто их не нанимал. Не мы их нанимали. Но если произойдет прямой диалог между исполнительной, не дай бог, законодательной властью и народом, тогда немногие доживут до Куршавеля. Это очень стрессовая ситуация. Не надо им общаться. Но печально. В итоге эта ситуация не меняется. Денег у нас невероятное количество, в избытке. Даже с учетом того воровства, которое и в дорожной сфере регулярно всплывает. Помните, вчера сообщение, там дорогу строили, там 35 миллиардов украли. Причем, конечно, не начальники, а там буквально пара работяг с отбойными молотками, так как-то вот мимо проходили, смотрят, 35 миллиардов лежит прямо на дороге, их украли. Ну, естественно, их всех поймали, изобличили. Начальники не виноваты, подчиненные виноваты. То есть денег невероятно много, а дорог все равно не будет. И те, которые будут, они будут платные. И даже те, которые уже есть, они тоже будут платные по 2 тарифам. То есть нас будут грабить по 50 рублей. Это будет считаться социально ответственным ценником за грабеж. И нас будут грабить от 3 рублей 65 копеек за пройденный километр. Ну, потому что это так вот бизнесу выгодно. А выгодно ли это нам с вами, как и многое происходящее вокруг, в том числе и 400% за ЖКХ, в принципе, не рассматривается. Телефон 65 10 996. Код города 495. В Москве 8 баллов. Москва, в общем-то, стоит. Давайте пообщаемся. У нас Роман. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. С наступающим праздниками. Да, тем более, что 9 мая — это праздник, а вот 1 мая — это, видимо, праздник граненого стакана. Мне он непонятен последние 47 лет. Ну, слава богу. Да. Вот. Спасибо. 2 тезиса, значит, по поводу дорог в России, да, знаете, вообще эта проблема стоит, похоже, тысячелетия. Похоже, эта проблема какая-то именно наша, системная, ментальная. Да. Вот. И были цари, был капитализм, был либерализм, был социализм. Дороги у нас хреновые. С маленькой поправкой, вот. Роман, у нас был момент, когда автомобили еще толком не изобрели, и тогда был такой царь, который сказал, давайте мы сделаем железную дорогу, потому что это все-таки для нашей страны необходимо, иначе мы ее не свяжем в единое целое. Строили ее, правда, 100 лет, но ее построили. БАМ имеется в виду, да. Ну, вот, это не БАМ, БАМ как раз является ее дублером стратегическим, это Транссиб. А, это Транссиб, да. Вот, я не знаю, почему это так, но... Скорее всего, дороги у нас строить не собираются. Это да? Точно, согласен. Не собираются люди, значит, вот эти. Значит, по поводу введения платных дорог, да, на то, что есть. Угу. У меня есть 2 варианта таких макроэкономических, скажем так. Во-первых, это сокращение передвижения по стране. Вот, граждан. Да, это вообще-то подрыв экономики, потому что у нас падает связанность регионов, и товар, перевоз любой категории товаров, дешевых и дорогих, удорожается на взятки милиционерам, весовому контролю, Росавтодору и естественную плату. Совершенно верно, совершенно верно. Вот, это, во-первых, сокращение, вот. И, во-вторых, в принципе, я думаю, что вот двигателями вот этих вот платных дорог являются транснациональные корпорации автомобилестроительные. У нас нет, нет. У нас нету транснациональных. У нас есть заплатки на очень дырявых штанах. Почему? А Митсубиси, а Мерседес-Бенс, а Форды? Не-не-не-не. Вот. Знаете, Роман, не соглашусь, потому что Митсубиси на ладан дышит последние 10 лет. Мерседес, нельзя сказать, что он очень стабилен, и они постоянно вынуждены делать доп. Эмиссии. И вообще-то Мерседесом владеет группа шейхов, а не немцы. Это ради бога. Они не игроки в данном случае, и они такие же... податные, такие же ограбленные, и именно поэтому в стоимости каждой машины, продаваемой в нашей стране, 54%
это интерес государства, они не игроки. И не зря им, например, взяли и выкрутили руки 166-м постановлением о промсборке и сказали, а те, кто не хотят, идут отсюда с левой ноги строем, а остальные вынуждены. И знаете, вот транснациональные корпорации — это то, чем нас с вами в детстве регулярно пугали, а на самом деле у нас в стране корпорация только одна, и она не транснациональная. Но уж она согнула страну в бараний рог, это по полной программе. Вот тут вы правы. Вы имеете в виду «Газпром»? «Газпром» — это не Это производная от Кремля. Нет, ну у нас есть управляющая компания «Кремль», ну там с некоторым количеством филиалов и еще более интересных управляющих компаний типа кооператива «Озеро». Но в целом вот это корпорация, которая принадлежит группе лиц. А «Газпром»? Ну «Газпром» просто так получилось, что, знаете как, грабить можно при помощи ЖКХ, а можно при помощи «Газпрома». Какая разница? Ну и при помощи дорог, кстати. Вот. Не знаю, я здесь с вами как-то не соглашусь, потому что я думаю, что эти прекрасно поучаствуют в оплате, во взимании платы, значит, с наших дорог по 3,60, вы сказали, да? Ну, по 3,65, как утвердил министр транспорта, да, Соколов. Да, плюс индексации, плюс... Да, значит, обязательно. Возможно, да. Это, в общем-то, нормальный доход, да, на 30 лет. Вы думаете, всевозможные ТНК отдадут это Кремлю на растерзание, такой куш? Я думаю, нет. Кремль — это единственный, кто в нашей стране является начальником и хозяином. ТНК? Нет, не соглашусь. Я так не считаю. Я считаю, что как раз они являются наемниками вот этих вот транснациональных корпораций. Ну, явно не этих. По крайней мере, не тех, которые нам предъявлены в качестве официальных и сильных. Потому что ни Роснефть, ни ТНК, ни Лукойл, нет. Не эти. Другие. Другие, естественно, хозяева-то они за бугром сидят. Вот. Поэтому я считаю, что, в общем, вот в таком плане. И никаких дорог не надо ждать, никаких, так сказать, каких-то благ автомобилистам ждать не стоит. Да, ждать ничего не стоит. Не стоит, однозначно. Но на самом деле ответ-то простой. Бюджет разворован до такой степени, что больше некого грабить. Автомобилисты — это единственная категория людей, у которых деньги очевидные. У нас же налоги в стране не платятся. У нас промышленность умерла. У нас экономика в стагнации. А люди как-то еще шевелятся. На машине вот он едет. У него есть машина. Значит, с него есть что взять. Что взять с пешехода? Ну, подождите, значит, 20 лет вот это вот ОПГ кремлевское существует. Давайте мы с вами вернемся к этому разговору после новостей. Оставайтесь на линии. Роман, вы в эфире, продолжаем нашу с вами приятную беседу. Да, значит, 20 лет пацаны же существовали без всевозможных акцизов на дороге, правильно? То есть оплата, и собираемость налогов была плохая. А стало еще хуже, Да ладно, у пацанов все в шоколаде. Да, но... То есть, соответственно, оплата-то идет не из налогов и не от автомобилистов, а оплата идет из-за бугра. То есть на содержании они находятся, эти парни не у нас на содержании, они находятся на содержании совершенно других людей. Ну, не знаю, возможно. В общем, дело. Но все-таки, ведь если здесь была определенная сумма денег, которая постоянно приходила к ним, то вот нынешняя ситуация говорит либо о том, что у них возросла жадность, либо сократилось количество денег. То есть... А миллионок маленький, на всех не хватает, естественно, а как же? То есть приходится переключаться на автомобилистов. Да, да, вот, да. Ну, именно поэтому... Ведь, на паршивую овцу. Да, и у нас ведь в экономике ситуация очень серьезная, и не зря сегодня, если вы слышали, было выступление одного компетентного лица, который сказал, что в ближайшие 5 лет из-за новых энергетических открытий наша нефть будет уже мало кому нужна, и поэтому нам просто медный таз прилетит на голову всем и сразу. Как это было в 1986 году, когда развалился СССР из-за того, что упали цены на нефть, так сейчас с переходом на сланцевый газ и на сланцевую нефть, возможно, что в ближайшие 5 лет у нас произойдет опять то же самое. А другой экономики у нас не создано. И вот в преддверии... Не собирается создаваться. Ну, просто не те люди, они не знают, как это делается, они не умеют. И они же из той категории, которая не пущать и делить, а не созидать и строить. И вот, да, и денег становится меньше, а слой масла сливочного на хлебе с икрой должен оставаться прежним, поэтому нужны какие-то дополнительные источники. И нам, конечно, не рассказывают о том, насколько воистину наша экономика плоха,
Но по косвенным уликам видно, что вот эта агония набрать последний миллиард себе в карман, она вот сейчас в том числе коснулась автомобилистов. И именно поэтому, автомобилистами стали кормить в том числе и регионы. У них, конечно, есть деньги на строительство дорог, но они не собираются строить дороги. И при всем при том, вот видеокамеры. Ведь видеокамера, она специально у нас есть в Госдуме комитет по уничтожению Конституции, который вывел автомобилистов, нарушения которых зафиксированы при помощи комплекса видеофиксации, из-под действия Конституции. Презумпция виновности. И, презумпция виновности. Да, и у нас дано, право теперь, соответственно, всем муниципалитетам кормиться с помощью этих камер. Это же, даже если федеральная трасса, но она находится в черте города, соответственно, деньги приходят в город. И водители кормят местные бюджеты. Раньше как можно было наполнить местный бюджет? Нужно было затащить туда какое-то предприятие, нужно было обложить его налогами. А теперь... Сплошная головная боль. А теперь ничего не надо делать. Поставь камеру. Ловчие ямы будут. Гаишники у тебя всегда организуют беспредел на дороге. Пожалуйста, вот они все. Это последний резерв. Водители, конечно, не станут вести себя таким образом, чтобы избежать поборов. Ну, в силу того, что система всегда изворотливее, и система на шаг вперед. Система придумает, на чем поймать, в конце концов, будут пешеходам каблуки отрывать за то, что они не той высоты. Ресурсов больше, конечно. Да, ресурсов у них, конечно же, больше. Но это последний резерв, а больше никого в стране не остается. Ну, вот это интересная мысль, я об этом как-то не думал, что, в общем, да, приходится переключаться на нас, на паршивых овец. Причем по копеечке. И последний вот резерв, который у них есть, но он социально опасен, это вы же видите, как они подбираются к рыночной стоимости нашего жилья и как они выбирают, какие они пишут законы о том, чтобы можно было за недоимку выселить на улицу. Потому что последнее, наши квартиры — это последнее, что они хотят себе взять. А вы знаете, это вот вторая проблема по дорогам, точнее даже не проблема, а какая-то вот такая автохтонная, национальная, русская, значит, душа, что для нас дом — это самое главное. Но это для всех самое главное. Ну, знаете, как-то у меня не очень сложилось, что в Америке такое какое-то отношение. Мы не любим перемещаться. Не любим. По стране, в общем-то. И любим родиться и помереть в одном и том же месте. А вот это вот, ребята еще... Да, это будет самый последний резерв, я считаю. Вот. А автомобили, да, автомобилисты — это предпоследний. Да, но автомобилисты просто слишком очевидны, и мы доступны. А для того, чтобы подобраться к нашим квартирам, для этого нужно очень осторожно и очень мощно наехать на все население, но это уже означает прямое противопоставление. Ведь когда начались первые выселения людей из квартир, под каждого из них обязательно подкладывался сценарий люмпинов. Посмотрите, какие они алкоголики, они отщепенцы, посмотрите, какие они плохие, они еще и не платят за квартиру, а должны бы, поэтому мы их выселили в более дешевое жилье, они сами во всем виноваты, посмотрите, какие они уроды. А когда нужно будет в состоянии агонии выселять на улицу уже многодетных матерей, безработных и несчастных инженеров, а также пенсионеров и прочих, тут не получится объяснить, что все эти люди негодяи, подлецы и мерзавцы. И вот тогда станет вопрос, а кто же в таком случае мерзавцы на самом деле? Ну, попробуем вернуться к автомобильной теме. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Здрасте, а как ваше отчество? Нет. Тогда я не Степаныч, тогда я только Сергей. Здравствуйте, тезка. Здравствуйте. Так, ну, по поводу темы сегодняшней, у нас, я сам из Рязани, то есть у нас есть сделанный платный переезд через ЖД-переезд платный, то есть вверх эстакада пущенная, стоит 15 рублей за, не знаю, ну сколько там, 500 метров проезда. Давно его пустили? Его... Не помню, по-моему, с 1 марта этого года его сделали платным. То есть я еще в тестовом режиме, был он бесплатный, я по нему и прокатился. А он новый построенный или это старый сделали платным? Нет, новый. То есть пустили верхом через... То есть поезда едут внизу, да, а старый есть альтернативный, но он там еще хуже, чем дороги наши. И в таком случае, Сергей, получается, что те, у кого есть деньги, они за 15 рублей проезжают, а те, у кого денег нет, они стоят и ждут шлагбаума. Да. И причем там,
Это как раз придумал товарищ Якунин, а Якунин, вы заметили, что он же ведь тоже у нас непотопляемый и некритикуемый. Это член кооператива «Озеро», о котором мы с Романом вот только что предыдущим слушателям говорили пару слов по поводу этого кооператива. И Якунин предложил, давайте мы сделаем платные проезды через железную дорогу, они будут безопасными. То есть получается дифференциация населения. У кого есть деньги, те быстро и безопасно, а у кого денег нет, те медленно и опасно. Причем, то есть, общался с людьми, кто уже за платные ездили. Говорит, а чего я буду стоять ждать? Я лучше заплачу 15 рублей и поеду. Ну, человек и так, имея машину, платит налоги. А там ты чего приходится заплатить? И придется, конечно, конечно. Вот. Ну, там еще, ладно, переезд там сделали красивый, шикарный, ровный. Вот. Но потом там дорога, пока его строили, там же ездили все фуры, очень медленно и мучительно. И они превратили и того разбитую дорогу, ну, танкодром отдыхает. Ну, так уж получилось, что делать. То есть там даже грузовые порой, когда вот, допустим, осенью были дожди, они там даже стряли. Ну, и это машин, временные трудности, машин. Не клевещите на нашу шикарную действительность. Вы Путина слышали? У нас все хорошо и будет еще лучше. Да. В том числе и в Рязани, хотя никто не гарантирует, что Рязанское княжество не получит автономию и не отвалит из состава Великой Руси. С такими темпами каждую весну просто он асфальт все хуже и хуже, и нужно уже не медленно ехать, а уже низко летать. А вот, кстати, Сергей, почему у белорусов, например, асфальт не сходит вместе со снегом? И климатическая зона очень близкая. Вот в Смоленской области сходит почему-то вместе с асфальтом, а границу переезжаешь, не сходит вместе с асфальтом. Вот как так получается? И земля одинаковая, и люди такие же вроде как. А вот что-то в устройстве государства мешает асфальту зацепиться за бетонную основу, за гравий и остаться, например, на следующую зиму. Что-то мешает. Неизвестно что. Как сказал Путин по этому поводу, нужно жестче контролировать. Контролировать? Конечно. Ну а что еще они умеют? Они умеют контролировать. Любимые дорожников, любимые вещи — это класть асфальт поверх снежка, так да, лучше приклеивается. Да, да. Ну, Сергей, не будем на банальности, давайте попробуем об автомобилях. Да. Что у нас с вами интересного, позитивного? Интересное, то есть умом я понимаю, что Kia Sportage, ну, БУ, Kia Sportage 2, 8-9 год, то есть механика 2 литра, вот, лучше, ну, как бы сказать, по потребительским, наверное, по моему счету, чем Ford Kuga дизельный 2 литра. Ну, Ford Kuga живее и интересней, и его дизель 2.0 тоже неплох. И здесь вопрос, если вы вышли на вторичный рынок, вы, конечно, определили себе две модели, но смотреть надо не на то, что лучше из них и хуже, а на то, какой экземпляр лучше сохранился и у какого экземпляра честнее документы. У кого насколько скручен спидометр, у кого какие непосредственно косяки по сервисной книжке. Выбирать, вот, знаете, во что бы то ни стало, например, если Kia Sportage умозрительно лучше, отказываться от Форда, выскочившего из-под какой-нибудь барышни с минимальным честным пробегом, не стоит. Куга не хуже, они очень сопоставимы по потребительским свойствам. Ясно, спасибо большое. Но на вторичном рынке же честных машин практически не бывает. В этом большая проблема. Антон, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Касательно темы, ну, зачем нам дороги-то? Нам уже выезжать никуда не надо. Мы должны сидеть на одном месте, прибитые к стулу. А если вы попробуете, если, Антон, вы попробуете куда-то поехать, то у нас же абсолютно свободное государство, у нас рабовладение давно отменили, а вам, тем не менее, говорят, а мы вам загранпаспорт не дадим. Вот в других странах, например, нет загранпаспорта, а у нас полная свобода, но загранпаспорт у нас есть. Да, что загранпаспорт? Я живу в Московской области, меня в Москве по медицинскому полису не обслуживают. Говорят, он у вас не такой, мы вас не примем бесплатно, идите в платное отделение. Да. Я стою со сломанной рукой в регистратуре. И мне говорят, не, мы вам можем, конечно, сделать рентген, но вы сначала заплатите. Там в Москве, в центре, ну, на Китай-городе какая-то государственная поликлиника была. Да,
именно так. Ну, можно было, конечно, до Склифа попытаться добраться, там с улицы-то берут всех, но вы же из другого государства, а государство называется Московская область, поэтому вы и с проездом в общественном транспорте, у вас свой общественный транспорт, и не лезьте, пожалуйста, в наш автобус со своими проблемами и льготами. А уж если вы себе руку сломали, ну как, садитесь за руль своей машины и ковыляйте, все, так и должно это быть. Точно. А по поводу Склифа берут всех. Я жену на 9-м месяце беременности привозил, но, правда, не в Склиф, а в роддом. Мне сказали, не, ребят, вы из Московской области, у вас есть свой роддом, хотите к нам попасть, пожалуйста, вызывайте скорую, а так мы вас не примем. Ну, скорая вас тоже не повезет в московский роддом, она вас повезет в тот, который есть свободный, либо в областной. У нас... это забота о нас с вами. Да, ну вы же заметили, что мы живем лучше. Мы живем все лучше, конечно, и лучше, и будем еще лучше жить, и никуда мы не денемся. Нам это сегодня обещали. Люберецкий мост открыли в область. Все стало так, что вообще невозможно проехать. Но сегодня еще сакуру сажали. К нам сегодня приехал специальный человек из Японии, который не может прожить без сакуры. И нам ее посадили, поэтому Москва тоже немножечко встала. Мы же все любим сакуру. Мы же любим варенье это из сакуры, из плодов ее. Точно. И поэтому мы все, как гостеприимные люди, с большим восторгом отнеслись к этой ситуации. Это очень радостно, когда к нам приезжают специальные люди и сажают у нас сакуру. Если бы они этого не сделали, мы бы так без нее и остались. Это да. По поводу автомобилей, хотел у вас спросить, X-Trail на руках, 70 тысяч пробег. Он еще поживет. И Nissan Note. Антон, поскольку у вас машина 70 тысяч пробежала, для нее это детский возраст. До 150 ваш X-Trail доживет абсолютно без проблем. Не пытайтесь его поменять, поскольку сам по себе аппарат удачный. Тем более 70 тысяч, это означает, что если какие-то проблемы были, вы их уже выявили. Поживет он у вас теперь уже без этих самых проблем. Nissan Note — это тоже хорошо, вне зависимости от того, вы его сейчас покупаете или он у вас уже в семье есть. Андрей, здравствуйте. Алло. Вас, кстати, плохо слышно. Здрасте, Андрей. Здравствуйте. Да, меня просто вот интересует такой вопрос. Вот наше правительство все играется, а если в один прекрасный момент все встанут, то никуда не поедут. Что они будут делать? Ой, Андрей, не встанут ни в коем случае. Ну что вы, посмотрите на всю нашу историю, всего нашего 20 века. Один раз только удалось, и то при помощи немецких спецслужб в 17 году в очень тяжелых условиях страны, когда было много проблем, удалось народ не то чтобы как-то всколыхнуть, но часть этого народа развести на сценарий полного предательства, и группа негодяев, просто пользуясь внутренней слабостью государства, в связи с тем, что в том числе и лейб-гвардия в кои-то веки, основа трона, была брошена на фронт, и там погибла вся целиком, и внутри никто не ждал врага. Вот тут завелась группа негодяев, которая и учинила нам кровавую совершенно чудовищную революцию и контрреволюцию, плоды, которые мы и пожинаем. Это было один раз. А чтобы народ поднялся, внешняя угроза нас сплачивает. На фоне там... Нет, я не имею в виду... А внутри нет. Забастовку или еще что. Вот они собираются адекватные дороги вести. Чтобы ее вести, Андрей, надо сначала сделать бесплатный проезд в другом месте. Ну, это нам так с вами кажется. Сколько у нас людей, например, поддержало официальную общественную инициативу по поводу нуля промилле? Вот сейчас была попытка отменить этот самый ноль. По-моему, не сколько. 30 тысяч человек на сайте оставило свои подписи. У нас в стране 40 миллионов транспортных средств. Из 40 миллионов водителей только 30 тысяч, так или иначе, но сформулировали свое отношение. И сейчас, что ни делай, все скажут, ну да, это плохо. И кто как-то активно выскажет свою позицию? Никто и никак. У нас массовые пробеги автомобилистов в защиту или в поддержку, или еще как-то. Они сколь массовые? 100 машин, 200 машин. Когда во Владивостоке людям перекрывали кран и запрещали им торговлю правым рулем, сколько людей вышло на площадь, и к ним приехал с поздравлениями подмосковный батальон «Зубр»? Их было всего лишь 200 человек. И против этих 200 человек обрушили все силы ОМОНа, которые только было. Это касалось 12 миллионов людей, живущих в том регионе. Из 12 миллионов несколько сотен. Ну, о чем вы говорите? Поэтому можно делать все, что угодно. ЖКХ 400%. А почему можно и 600?
бензин, нету предела цены бензина, любой. Акциз, налог, дорожный налог. И сейчас бальная система имени Лысакова, которая теперь уже прошла первое чтение в Думе, и сейчас будет назначено второе чтение. И что против бальной системы? Еще, ну, если помимо бальной, если они еще как хотят вести по возрастной, сколько по экологии платить, это будет совсем интересно. Я вообще с Волгоградской области, я здесь по работе просто, вот и слушал частенько вашу передачу, очень интересно. Просто если взять, грубо говоря, в нашем городе, ну, пускай 15 тысяч машин, ну, если из этих 15 тысяч полторы-две это новых, я считаю, иномарки и наши машины, то все остальные как минимум 10, а то и 20 лет, если не больше. У отца у моего вообще копейка 70-го года, но она прошла 100 тысяч, и я не знаю, наша десятка есть после хотя бы 5 лет такого же состояния. Андрей, знаете, почему они навалились именно на автомобилистов? Они знают, что у нас сбитый генетический код. Мы сколькими поколениями мечтали об автомобиле? У нас мечта о машине зашита в подкорку, и от автомобиля мы не откажемся. Сколько нам руки не выкручивай, какие чудовищные условия существования, выживания или езды нам не предлагай, мы до последнего будем ездить. У нас есть уже люди, которые продают квартиру, чтобы иметь машину. У нас есть уже люди, которые готовы отказаться от всего, но только остаться за рулем. Это не всегда объяснимо, это не всегда рационально. И именно поэтому автомобилисты сейчас избраны главной мишенью. Именно поэтому Государственная Дума пишет свои чудовищные законы. Именно поэтому правительство постоянно топчется, в том числе по автомобилистам. Потому что с этими людьми, зараженными бациллой автомобилизма, можно делать все, что угодно. Мы от машин не откажемся. И даже если у вас в вашем маленьком городке поставить заградотряды, объявить, что все машины, ну, допускаются к эксплуатации автомобиля, например, там, 5-летнего возраста, не старше, или там по классу Евро-5 экологическому, народ же после этого не станет продавать машины, бунтовать, выходить, например, там, пытаться найти своего какого-нибудь местного депутата, чтобы через него челобитную царю. Никто ничего не сделает. Побухтят, да. Самые активные напьются. Ну, там, кто-то жене даст в глаз. Кто-то после этого скажет, а я вот на работе так накосячил, что у меня шеф после этого еще долго будет с седыми волосами ходить. Все, максимум. Больше ничего не произойдет, Андрей. Поэтому здесь ситуация абсолютно не взрывоопасная. Она очень социально стабильная. И все, что хотите, все и будет. Самое главное, чтобы водка в магазине не пропала. Вот до тех пор, пока спиртное круглосуточно и на закуску хватает, с этой страной можно делать вообще все, что угодно. Вот вообще все. Можно отбирать детей в залог по неуплате ЖКХ, можно выселять людей из квартир, можно назначать любую стоимость топлива, можно придумывать любые налоги. Хочешь утилизационный сбор, хочешь налог на выхлопную трубу. Неважно что. Можно абсолютно все. Количество людей, которые, в принципе, готовы по этому поводу что-то такое сделать, как-то активно выступить. Среди млекопитающих, всех млекопитающих, активных особей обычно не больше 4-6%. У приматов этот процент тоже не выше. Говорят, что у российских приматов, то есть у нас с вами, где-то порядка 10. Ну, предположим, что у нас действительно есть 10% вот тех особей, которые готовы задавать тон социуму, готовы как-то определять определенные поступки для социальных групп. Но эти 10%, они все-таки тоже имеют поправку на исторические реальности. Предыдущие 10% закончили в ГУЛАГе. Либо их расстреляли с 17 по 22. У нас ведь, тем более, обратите внимание, Андрей, какая у нас дата окончания гражданской войны? Когда у нас закончилась гражданская война? А у нас нету этой даты. Она не закончилась. Поэтому уничтожение вот этих, которые, например, входят пусть даже в 4-6%, оно не закончилось. И если у нас есть 10% активных особей, они тоже не сыграют той роли, на которую можно было бы рассчитывать. Поэтому, пожалуйста, любые варианты воздействия на автомобилистов, тем более, что остальные проценты, то есть 90, пожалуйста, водка есть, селедка есть, крыша над головой худо-бедно есть, живем. А если еще порнушку посмотреть, а если еще в чате порог выпустить и сказать, ух, как я тут в чате-то под своим ником их всех отчехвостил, ух, а вот и все. А что еще надо?
Больше ничего. Поэтому перспективы у нас есть. И самое главное, у нас с вами, Андрей, впереди потрясающая стабильность. Для любого государства, для любого общества очень важно, чтобы было все стабильно. Эту стабильность нам не только гарантируют, эту стабильность нам обеспечат. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Игорь. У меня два вопроса насчет машин. Да, пожалуйста. Citroen C5 у нас. Так, какого года? 10-го. Замечательная машина. И красавица, ко всему прочему. Да, да, но у нас что-то не задалось как-то. Мотор какой? У нас двигатель навернул. А и моторчик 1.6 у вас двигатель? 1.6, да, 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 150 сильный. Ага, так, ну он должен был... Он у вас сколько прожил? Больше 30 тысяч или меньше 30 тысяч? Меньше 30. Да, все. Вы знаете, что там целое это? Я что хотел узнать. Вот мы нам новый двигатель поставили. Так. А он еще долго проживет-то у нас или нет? А если он выпуска где-нибудь, наверное, так, года 12-го, то он проживет больше 50 тысяч. Если его взяли со склада, и он где-нибудь там 9-го, 10-го, 11-го года, то он точно так же навернется. Тоже у вас будет да. Сталинград. Машина там хорошая, но, блин, мы даже не ожидали, что такая проблема с двигателем. Да, но вам его по гарантии поменяли без особого скрипа. Ой, сейчас какие... Не, у нас сначала один цилиндр навернулся. Так. Этот. Третий? Потом через месяц, когда закончилась гарантия, ага, нам отказали сделать. Да. Мы там скандал небольшой подняли, да, но они потом что-то взяли и поменяли. Вообще, гарантия закончилась, месяц как закончилась. Вообще, в принципе, они, поскольку знают за собой этот порог, они довольно, нельзя сказать, что лояльны с распростертыми объятиями, но они, да, делают либо капремонт, либо меняют двигатели. Ну, у вас вот не капремонт. Не, ну это парадокс. Буквально развалился цилиндр, и то же самое развалился буквально через месяц. Ну, как такое может быть? Ну, у вас какой цилиндр, кстати, развалился? Сначала третий, потом четвертый. Да, потому что обычно третий разваливается цилиндр, с него все начинается. Там да, же проблемы с цепью, с масляным голоданием. Ну, зато... Да, это сначала. Это на второй, первый год мы жили, на 10 тысячах цепью была, нам цепь полностью поменяли. Угу. С роликами натяжителя, да, есть такая особенность. А еще такой вопрос, да, к вам. Вот мы хотим после этой машины купить, жене хочу Санта-Фе купить новое. А себе Explorer, Ford Explorer, да. Санта-Фе шикарная, очень красивая, легковая машина. Не думайте, да, что да, это да, джип. Там комплектации хорошие. Он машины. Красавец, он большой, серьезный автомобиль. Хотя, не знаю, нужен ли вам такой по размеру аппарат, Sportage не хуже. Просто Санта-Фе, он помощнее и чуть-чуть побольше. И не обольщайтесь, да, и дороже, и не обольщайтесь, если вдруг вам кто-то шепнет, что он семиместный. Он совершенно не семиместный. Нет, там да, они предлагали отдельно 5-2 места сзади. Не нужно, не нужно. Тем более, есть Санта-Фе, и сейчас вот к нам придет удлиненный с длинным задним свесом Гранд Санта-Фе. Знаете, ни в том, ни в другом машина не стала семиместной. Просто, если вам, не дай бог, предложат вот эти два места в багажнике обычного Санта-Фе, там не поместится, в принципе, ничего, кроме кота. А если вам захочется купить... Да мне возить ничего не надо. Ну... У меня четверо детей, мне детей только возить. Дети, ну, совсем маленькие, туда поместятся, но в кроссовере попытка дотянуться до последнего ряда с первого ряда, она несостоятельна. То есть, если у вас дети более-менее... Вот, сколько возраст детей? От 8 до 0. То есть, 8-летний, если он умеет менять памперсы на ходу, он еще сможет как-то. Если нет, то считайте, что вы сидите в трех разных клетках. Пап с мамой в одной клетке, средний ряд — вторая клетка, и третий ряд — третья клетка. А Explorer, посмотрите на его мощность двигателя и посмотрите, что там с налогами получается. Они же все... Там много, да? А у них вот я еще хотел еще узнать. Дизельных нет. Я что-то спрашивал, мне нет, не толком... Нет, 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 нет. У него V-образная шестерка, и поэтому по налогам вы улетаете. Вы, у вас прописка московская? У меня. У вас прописка московская? Да, да, московская. А Собянин, как вы помните, он сказал, что многодетным родителям нехрен ездить на мощных машинах, поэтому срезали льготу. Вы имеете право только на двигатель не выше 200 лошадиных сил. Чтобы так, вам... у меня жена сейчас брату зарегистрировала на своем. У него Infiniti, зарегистрировала Infiniti и налог не платит.
знаете как, вот с этого года будет платить, потому что налоговый кодекс города Москвы подразумевает, что многодетные обязаны быть нищими и скромными, и вы не смеете ездить на модной пафосной машине и много зарабатывать, если вы многодетный. По крайней мере, так с точки зрения Собянина. Прощаюсь с вами до понедельника.